Люберцы стали площадкой проведения финального этапа регионального турнира по шахматам. В течение недели за приз клуба «Белая ладья» поборются 8 команд со всего Подмосковья. Сильнейшими шахматистами Люберец стали ребята из 56-й Красковской гимназии. На соревнованиях они сразились в интеллектуальной схватке со школьниками из Фрязино, Лыткарино, Подольска и других городов. Возраст спортсменов до 14 лет. Это сильнейшие команды этих городов, которые отобрались в результате муниципальных этапов соревнований. В этих командах очень достаточное количество спортсменов, даже есть 7 человек первого разряда, вот, и, так сказать, массовых разрядов второго, третьего разряда. Победители определят после 7 сыгранных туров. Сильнейшая команда представит Московскую область на всероссийском турнире в Сочи, который состоится в июне. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.